Петрограду Какию, да ко светлому князю Владимиру. Уж не вздумал ли ты бездокладочно? Ты мужик простой и неотесанный. В палаты пройти белокаменный, самолично, незванно, непрошенно. Ты какого же есть роду племени? Лицо вроде русское, а одежка-то вся иноземная. Златом пуговки, шелком петельки, словно как бы петух ты разряжен. Ах, невежа ты, деревенщина! Я тебя научу, не отецкий сын, понимать, различать, с кем ты встретился. С петухом, а ли с ясным соколом? А с самим ли Чурилу Пленковичем? А подайте ко мне меч немецкий! Хочу сказать по-хорошему. Угадал ты, Чурила. Задумал я мужик простой, неотесанный, заложиться за князя Владимира. И иду я теперь прямо в Киевград. Самовольно, незванно, непрошенно.